Здравствуйте, друзья! Приятного вам аппетита! Мы находимся, сейчас зайдем в такое прикольное место. Сами видите, что тут, бюргеры делают. И место знаковое, что ли, такое прикольное. Здесь очень много всего выбросано, сальное, такое культовое место. Вот, а мы, тут с гостями нашими зашли. И пытаемся выбрать, что бы такое нам взять. Это не первое видео, которое я тут снимаю, но тем не менее, давайте посмотрим. Здесь еще очень много пивка в разлив. Пойдем посмотрим. Вот так, общая такая перспектива. А здесь горчица и кетчуп разливаются по стаканчикам. Вот. А там, вы видите, вот бар, люди сидят, а вон там прямо эти штуцеры, и из них разливают много сортов пива. Вот они, эти сорта пива. Видите, как тут столько всего. Не знаю, насколько хорошо вам читается, но, в общем, много. Друзья, мы пришли в такое место, где не только бутерброды, но очень много сортов пива. Алена вот видела, да, сколько там оно? Страшное количество. Ой, страшно, даже посчитать. Вот это называется Берлинер Вайсе. Обычная пилзна, плезенская бюро. Но тут, думаю, надо как-то разнообразить. Сейчас попробуем. Друзья, я для вас только, я сам-то не пью пиво. Да? А? Как? Ну, замечательно, прямо вот хочется прямо сказать, шпрехен зю дойч. Если в глаза завязать и дать другое. Сейчас мы сделаем. Я могу платочек дать для завязания. Я же не фанат пыла. Но мы когда идем в какие-то места, вот мы ездили по Европе, свет не заставать. Там Италия, Австрия, Словения. Вот мы куда не приедем, я говорю, местное пиво есть? Они говорят, местное, вот давай будем пить местное. Поэтому мы всюду пробовали, все это снимали на видео, я причмокивал, делал глаза, закатывал, все такое. Ну так описание. Ну, букет. Хорошо. Посмотрели мы на вашу Калифорнию и думаем, Европа отдыхает. Нам так и сказали, зачем ехать в Италию, когда здесь у нас своя Италия. Да, Калифорния – это Ницца, все. Просто Ницца с биксерой. Это просто Ницца. Однажды мы в этом же месте сидели с товарищем одним. И он мне говорит, Михаил говорит, он тоже на камере был, как сейчас Светлана, и он говорит, по шкале от 1 до 10, говорит, оцените вот это пиво. Я ему говорю, зашкаливает? Как по 10? Нету так. Все, друзья, больше пива не пьем. Я считаю, что радость я вам доставил. Вот, себе тоже немножечко. И все, дальше ждем бутербродов. Вот нам должны принести, видите, у нас стоит... криминал какой-то. Вот это вот местный криминал, да. Значит, вот они, увидев местного авторитета, принесут нам... Это наше ID, фактически. Нашего заказа. Вот в таких металлических посудинах, друзья, поступают бюргеры с картошечкой. И так чисто внешне даже трудно сказать, чем они отличаются. Но все отличие вот там внутри. Там швейцарский сыр. Да вы что? Да вы что? Может, такая эмоциональная романтика? Так. У Сергея... Не поймешь ничего. У меня классический, говорят. Бюргер. Остается только вкусить, и тогда уже поделиться впечатлениями.